походу ночка будет веселая. Так, где ты? Ага. Так, что ты ищешь? На уроке магии нам дали задание. Нужно найти заклинание вечной молодости. Да я состарюсь, пока его найду. По-моему, Малефисента мне недолюбливает. Ой, да бросьте, просто показалось. Итак, дети, сегодня мы изучаем строение волшебной палочки. Кроме тебя, Стар, ты превратишь эту кукурузу в единорога. Живо! Стар, я ухожу, ты идешь? А, нет, я еще поищу. Ну, пока. Пока. Мирида, звонок. Идите без меня, я еще потренируюсь. Мне нужно подготовиться к турниру. Ну окей, удачи, пока. Удачи тут не поможет. Дорогой Эдриан, я должна тебе сказать кое-что очень важное. Да, алло. Ой, у меня очень важное дело. Я чуть-чуть задержусь. Да, до завтра. Так, на чем я остановилась? Ах, да. У меня нет сил замолчать. Я решила признать тебя в письме. Странно, дверь закрыта. Второй выход тоже закрыт. А который час? Уже 8. Как 8? Нужно посмотреть западное крыло. Закрыто! Ну ничего, ключи единорога, откройте дверь! А ты уверена, что правильно делаешь? Да, конечно. А чего тогда дверь не открыли? Наверное, защитное поле Малефисенты. Да, я тут слышала об этом. Бежим! Фу, какой противный! Ну извини, не получился, красавчик! Спасибо. Ну что теперь делать? Нам что, до утра тут торчать? Точно! Ночь! Школи! Да вы везунчики! Везунчики, да я сейчас с голода умру! Ну, значит, нужно поесть! За мной! Да пожить на пост обеда! Здравствуйте, девочки! Чего вам сегодня наложить? Так, мне, пожалуйста, жареную картошку. Запеченным крабом по-итальянски. И да, томатный соус не забудьте. Ой, я вас поняла, в гости блюдо от шеф-повара. Пожалуйста, молодой картофель с крабом. И, конечно же, томатный соус. Мадам, девочки, вы со своими этими блюдами от шеф-повара в платье не влезете. Потом спайдер будет вас гонять по кругу, чтобы вы похудели. Ой, точно, спайдер, побежали в спортзал. Подождите меня. Е-ха! Мой любимый урок! О-хо! Смотри, дендан! Девочки, не берите мечи, у нас девицет.
Что это хрустит? Ой, да это же мои чипсы хрустят. Спайдер любит чипсы. Да-да-да, ням-ням-ням. Ой, ща-ща-ща! Ого, что это у меня? Мне срочно нужно побегать. О нет, я же не могу бегать, потому что у меня очень большой живот. Вызови за меня побегать, да-да. Да-да-да. Я придумала, пописали в пластмаки. Что, если Малефисента узнает, она нас убьет? Да как она узнает? Здесь только мы. Побежали! Девчонки, смотрите, что я нашла. Они что, накладные? Прикинь. Посмотрите, я Малефисента, важная птица, королева. Замотай. А где же мой грач? Ах, точно, я забыла. Его сожрал Спайдермен. Не могу уже за собой болеть. Дай мне. Девчонки, а мне идет. Смотри. О, да. А что такое? Посмотри. Это точно не я. Девочки, похоже, мы здесь не одни. Походу, ночка будет веселая. Понравилось видео? Не забудьте подписаться и ставить лайк.